Миниатюрный планшет для нетребовательных задач. В этом видео распакуем планшет Digma Optima 7X 700. В комплекте планшет, USB кабель и адаптер питания для зарядки, а также документация. Это полностью пластиковый планшет с небольшой диагональю 7 дюймов. За счет скромных размеров и пластика удалось сэкономить на весе. Девайс весит 245 грамм. Продолжая о дисплее. Это IPS-матрица с разрешением 1280 на 800 точек. Получаем неплохую плотность пикселей в 215 точек на дюйм. Это хороший показатель для бюджетного планшета. При просмотре кино, например, проблем с детализацией вы не увидите, но при близком рассмотрении все-таки можно заметить отдельные пиксели. Теперь о клавишах и портах. На правой грани поместились качелька регулировки громкости и клавиши питания. Разъем для наушников и слот microUSB для зарядки находится на верхнем торце. Там же под крышкой спрятались слоты для сим-карты и карты памяти. Начинка тут скромная. Процессор SpeedTram SC9863 и 3 гигабайта оперативной памяти. Оперативной памяти хватит на одновременный запуск нескольких приложений. Но вот процессора недостаточно для требовательных игр, только для простых задач. Подведем итоги. Это миниатюрный и легкий планшет для просмотра кино, социальных сетей и браузера. Если вы хотите играть в требовательные игры, присмотритесь к более дорогим и производительным моделям.